Озеро находилось на краю леса. По берегам рос камыш, и острыми листьями зеленела осока. Желтые кувшинки, как маленькие солнышки, рассыпались рядом. Ласковое солнце щедро дарило свои лучи, и не было места, куда бы они ни проникали. По глади воды бегали водомерки, изменяя расстояние от одного цветка до другого. Маленькие прозрачные рыбки играли в догонялки и прятки. Было тихо и спокойно, и вот в таком месте свела свое гнездо утка-кряква. Она сидела долго и думала. «Ну когда же? Когда появятся мои детки?» У кряквы появились маленькие детки, их было 5, все желтенькие, пушистые. Крякве надоело сидеть на одном месте и не терпелось поплавать по озеру. Среди утят-малышек выделялся один – Шустрик. Он был не только подвижным, но и попадал в разные происшествия. Шустрик решил заглянуть за камыш и увидел там… «Кто спрятался? Кто хочет меня напугать?» «Привет, ты кто?» «Привет, я стрекоза, а ты кто?» «А я утенок, давай поиграем?» «Давай!» Стрекоза перелетала с кувшинки на кувшинку, а утенок ее догонял. «Шустрик, ты где?» И Шустрик поспешил навстречу маме, но… «Ой-ой!» «Ты кого испугался?» «Ой, там кто-то зеленый!» «Что вы здесь делаете, стрекоза? Это кто?» «Это утенок. Мы сегодня с ним познакомились и играем в догонялки». «Я тоже хочу играть с вами». «Ах, как весело!» «Ах, как интересно!» «Ух ты, как весело!» Вот в таких играх и забавах у друзей весело прошел день. «Шустрик, ты куда? У нас сегодня начинается первое занятие. Мы будем перелетать с одного берега на другой. Ведь скоро осень, и нам надо будет отправляться в дальний путь». Встречи друзей проходили все реже и реже. Стрекоза и лягушонок наблюдали за полетом Шустрика. Вот и наступила осень. Утки собрались улетать. Шустрик не забыл про своих друзей. «Только что мне пора улетать, но вы не скучайте, я буду о вас вспоминать. Пока, не забывай нас!»